Понедельник может быть добрым, если он приходится на выходной. 11 июня в Сарове облачно с прояснениями. Утром плюс 7, днем воздух прогреется до 16 градусов тепла. Ночью плюс 8. Ветер северо-западный до 3 метров в секунду. Атмосферное давление 745 миллиметров ртутного столба. В Нижнем Новгороде переменная облачность. Утром плюс 8, днем столбики термометров поднимутся до плюс 15, ночью плюс 9. Ветер северо-западный до 3 метров в секунду. Атмосферное давление 752 миллиметра ртутного столба. В столице облачно с прояснениями. Утром плюс 8, днем до 19 градусов тепла, ночью плюс 11. Ветер западный до 2 метров в секунду. Атмосферное давление 745 миллиметров ртутного столба. И помните, какой бы ни была погода, она всегда по-своему прекрасна.